Merhabalar takipçilerim, nasılsınız? Hi my dear, how are you? India, namaste. Дорогие мои, здравствуйте. Как ваши дела? Как ваше здоровье? Все у вас хорошо? Не болейте, пожалуйста. Берегите себя. Но я решила сегодня поесть все-таки красную и желтую. Это у нас красная. Киргизская, ну, наверное, баткенская, потому что там другой красной нету. А это у нас желтая. Желтая, к сожалению, вот только такими кусочками, да. Он сказал, что больших кусочков нету. Поэтому будем пробовать. Так, пчелары, бегем без дня кырмызы. Дюнки бен алдым я дюн. Оның кырмызысыны бакаджас бөлі. Хамда сары. Икесі Кыргызстанның киллері. Çok güzel, muhteşem. Red, yellow. Окей. Ну что, поехали, да? Попробуем. Я тут немножко раздробила красненькую. Сливочная. Очень приятно. Но вкус чувствую, как будто немножко как гарью. Такой горелый. Дым. Угу. Есть такое. Сливочный, чистый, без мусора. Вкусный. Как будто немного дымом отдает. Ну, для меня. Залипает. Средняя твердость. Идеально чистый. Тазы. Ben videonun altında yazacağım nasıl. Hmm.
Yummy. Супер. Залипает на небо и вообще. Очень вкусно. Очень приятно на вкус. Продолжим. Ну, как помада, она просто шик. Даже и цвет, прям вообще ягодка. Руж оларах чё гузаль, да, на? Кырмызы. Ой, улыбаться не буду, там вообще, наверное. Девчонки. Конечно, я немного проглотила, но вкусное. Не ожидала. Вкусное, очень. Мне понравилось. Вкус сливочный. Такой как будто маленько подслащённый. Слегка запах дыма присутствует. Гладкий. Как глянец. Если из него сделать крем, я думаю, он будет как глянец. Без мусора. Вообще шикарная глина. Просто шикарно. Ну что, будем пробовать желтую. Чё гюзель, тады да гюзель. Шинды сарысыны бакачас. Thank you.
Маленько рыхлая. Не так залипает. Вот вкус не могу понять. Немного солоноватый. Запах и вкус пыли. Угу. Уже заливает. Но не на стенке. А становится в комочек. Березепшие. Солоновато.